Предшественник Андрея Рапа Андрей Терехин ушел на повышение, возглавив полицию города Новороссийска. Андрей Рап работал его заместителем. В Анапе он трудится уже 7 лет. И по общей оценке его назначение – большой плюс для курорта. Для главного управления МВД России по краю направления Анапа, город-курорт, всегда было приоритетным. На сегодняшний момент здесь наибольшее количество признанных сил и средств находится. Хотел бы, чтобы коллектив нового начальника не подвел. Разгар летнего курортного сезона, очень много, большой объем задач стоит, с которыми мы справлялись. Она справлялась под руководством предыдущего начальника, который у нас на повышении находится. Возглавил МВД России по городу Новороссийску. Ну и здесь, я думаю, тоже будет справляться. Анапе повезло, да, что у нас остался и назначен на должность Андрей Викторович Рап. Он проработал здесь, как уже говорил Юрий Александрович, более 7 лет. Он знает проблематику Анапы, он знает решение всех этих вопросов. И я думаю, и коллективу, и вам, и в том числе администрации при совместной работе, это очень удобно, когда человек все знает. Хочу пожелать, Андрей Викторович, вам удачи для того, чтобы мы навели тут порядок. Я не могу сказать, что его нет, но улучшить мы это все можем.